детской школе искусств поселка Развилка состоялся межзональный открытый конкурс «Времена года». В нем приняли участие 120 юных музыкантов. Московская область была представлена несколькими городскими округами. Очень приятно наблюдать, что география конкурса расширяется. Много городов: Домодедово, Балашиха, Москва, Бронница и другие города Московской области присоединяются к этому творческому мероприятию и показывают своих замечательных, прекрасных учеников. Музыканты из Ленинского округа показали свои таланты во всех номинациях. Конкурс собрал исполнителей на народных инструментах, духовых, струнных, ударных, арфе и фортепиано. Я очень рад, что этот конкурс проходит в нашей школе. Очень приятно, и я хочу, чтобы таких конкурсов было все больше и больше. Я сегодня выступил с одной замедлялкой, то есть, замедлился в одном месте, а там все хорошо. Участников оценивало профессиональное жюри, известные музыканты и педагоги. С своими коллегами мы прослушали номинацию «Народные инструменты». Очень хочется поздравить всех участников с выступлением. Конечно же, пожелать всем больших творческих успехов и поблагодарить, в первую очередь, педагогов и родителей, которые вкладывают свою душу в детей и в их развитие. При подготовке к выступлению ребята много репетировали и занимались со своими педагогами. Участие в таких мероприятиях позволяет не только подтвердить свой уровень мастерства, но и получить дополнительный опыт. Само понимание, что он участвовал в конкурсе, он преодолел что-то, он готовился, безусловно, формирует сильную и творческую личность, готовую к современному миру. Победители и призеры получили заслуженные награды. Дмитрий Книга, Ольга Садовская, Видное ТВ.